Завершился первый тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд первой лиги. Первенство Приволжского федерального округа. Стерлитамовская команда «Спортакадемия ВРЗ-2» одержала победу над «Витязем» из Уфы. Общий счет встречи 3-0. Вторая игра прошла между командой «Витязь» и волейболистами из Набережных Челнов. «Динамо» одержала победу со счетом 3-0. Третий игровой день хозяева уступили победу «Динамовцам». Итог 1-3. Команда у нас молодая. Нам не хватает опыта, который набирается именно в таких играх, сложных концовочках. То есть не хватает просто опыта. На данный момент лидер турнирной таблицы – команда «Динамо». На втором месте – стерлитамовский клуб «Спортакадемия ВРЗ-2». Замыкает тройку «Витязь». С «Стерлитамаком» мы готовились, вот разбирали каждого. Единственное, что у нас не комплект, так скажем, вот, не хватает связки диагонального, поэтому… Такой результат был. Вот. Но игра интересная была. Следующий тур пройдет с 18 по 20 декабря в городе Набережные Челны.